И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня у нас вышло новое обновление, а точнее новый был пропуск и Edge of War. Часть вторая. Во-первых, нам добавили много всякой фигни, нужно, не нужно, как говорится, решать уже вам. Из того, что интересно... Ну, всякая фигня для сокровищницы. Из бесплатного. Ну и меч. Небольшой памятный орнамент. Ну, такое ощущение, что это тоже типа вот как вот. Типа все для этого. Для сокровищницы. В целом история неплохая. Вот здесь это разворачивается прикольно. То есть вот в картинках они, ну, так сказать, не маленькую историю рассказывают, и это прикольно. Вот, также по испытаниям появилось у меня победить врагов при чистке. Только здесь не написано, каких именно, но каждый из этих у меня победить врагов при чистке. А, да, и из талантов у меня появилось новое, это эмблема, настенное знамя, короче, и новые щиты. Вот, новый вид щитов. Так, что еще? Да, кстати, установил я вот это вот воина. У него сила, живучесть. Живучесть, причем 100%. Ему надо, значит, обязательно ставить силу. То есть у него живучесть каждый раз будет прокачивать. Значит, нужно будет ставить силу. И, ну, посмотрим, проскачаю когда-нибудь. И что, когда, где, будет видно. Из новшеств теперь можно ставить около дверей, то есть охранять их около, ну, ставить охрану около дверей, и это прикольно, то есть они будут эту дверь охранять как свою жизнь, скажем так. Животных не проверял, но по идее нельзя, да, нельзя. Там что-то сказано, ой, что-то сказано про лучников, но что-то я лучников не нашел, как поставить. Ну, по крайней мере, там было написано про то, что лучники как типа живая турель на стенах. Но что-то я не нашел, что, когда, где. Ну вот, но их вот можно ставить у ворот, у стен, то есть точно так же. То есть это вот как обычные рабы. О, как обычные воины ставятся. Кстати, да, ночного зрения вот это вот заюзал. Пришлось уйти в АФК, потому что ночь прошла быстро, а зелье длилось долго. А смотреть днем это просто вырви глаз. И если совсем по-простому. Да, и кстати, получается ошеломление плюс 50% тоже здесь делается. Это довольно-таки прикольно. Прикольно, вот же болсаком. Ладно, что я хочу сделать сегодня? Ну, по названию, наверное, вы видите, но я хочу заморочиться с чисткой. Для этого мне нужно будет, во-первых, построить... Кстати, да, вот что самое главное. Сейчас вот в этих вот больших стенах и так далее смысла нету. Сейчас ты строишь такой дом, какой ты хочешь, а потом просто берешь, вот так вот выносишь где-нибудь постройку с это, то есть вот эти вот все укрепления и так далее, они нафиг не нужны, выносишь постройку с казной и все. Да, можно сделать вот так же, но только вовнутрь заходишь и типа такая отдельная казна стоит. То есть для казны нужно строить отдельное здание, и вот полоска чистки внизу, как вы видите, нету. Что немаловажно. Дроп изменился. Неплохо изменился. Сейчас покажу. В общем, если убиваешь рабов, да, допустим, то у них вполне логичен дроп. То есть вот... адекватные, ну, у лучников я даже стрельнул, лук находил, ну, то есть, прикольно. То есть, это я уже давно читал, то, что у каждого, типа, теперь дроп более логичный, нежели был раньше, что довольно-таки неплохо. Единственное, что...
казна. У меня очень много всяких украшений подувался. Кстати, да, я Скеллоса кое-как прошел. Я еще раз зашел в этот вулкан, да, то есть опять дошел до конца, ну, в колодец Скеллоса. Опять не было его, но я ушел влево. Помните, не помните, там типа влево такой закуточек, там пару ящерок и сундучки. Вернулся обратно, и этот чувак заспавнился. Я его убил, и ачивка прошлась. То есть засчиталась за прохождение. Не знаю, как говорится, как это работает, но сработало, и слава богу. А, что я хотел сказать там? Во! У меня есть очень много сокровищ. Появилось. То есть это и тарелки, и арфы, и урны. То есть очень много всего, поэтому сначала мы посмотрим, поставим, конечно же, их в первую очередь, а потом уже будем делать все остальное. Единственное, что нужно, конечно, делать постройку сразу же хорошую, то есть из хорошего материала. Укрепленный камень, черный лед, еще бы знать, что из них попрочнее. Но опять-таки же с этим не сильно сложно будет, в том плане, что поставил, посмотрел хпшку, говно, как говорится, снес, вернул обратно все ресурсы. Вот, то есть защитным покрытием, ну, тесное это у меня все стоит из этого, защитным покрытием чуть получше вообще, либо укрепленный камень, либо черный лед. И сейчас проверим, что же все-таки из них будет лучше. Кстати, да, я прекрасно понимаю, что сейчас у меня 21 сентября, смотреть в этот видос будет где-то 30 сентября, вроде бы, если я правильно посчитал. И то, что уже везде, где можно было, уже посмотрели, мне ж пофигу. Вот, как минимум из-за того, что я-то делаю так, как я делаю. А если вам нужно было, то вы уже давным-давно все посмотрели и узнали. Логично. Кстати, спасибо Кате через подсказку про кхардскую сталь. Я так забыл про нее поискать, посмотреть, но, слава богу, в комментариях подсказывает. И рецепты стага. Финальный босс. Доспехи надзирателя кхаре. Броня рейдера кхаре. Доспехи солдата кхаре. Оружие кхаре. То есть, чтобы все рецепты выучить, надо минимум 4 раза его пройти. Но они еще и повторяться могут. А учитывая, что это финальный босс, ну, как вариант, я в итоге ничего и не... это, мне не пригодится все это дело. Да. Но спасибо за подсказку. Я теперь спокоен. Также, да, Сантос писал, займись броней. Да, я посмотрел то, что там написано было. Я как раз уже прошел. Посмотрим. Надо будет обязательно броню сделать. Сегодня, как бы, решил заняться чисткой, поэтому... поэтому как-то пока что так. Так, давай смотреть, что у нас... Черный лед. И будем смотреть по фундаментам. Так... Фундамент черного льда, фундамент укрепленный камень, ну, понятное дело, дерево с защитным покрытием, железная рама. Посмотрим обязательно все. Для этого мне нужен будет ремонтный молоток. Он показывает ХП. Он показывает ХП, и он у меня где-то здесь находится. Вы это все и так, понятное дело, знаете, бла-бла-бла, это хемон. А я нет. И вот это. Так, мне просто интересно, сколько здесь. 75, 100. О, также 100. Множитель потери устойчивости 1. Так, ну здесь 10 тысяч, это понятное дело. Здесь 75. И 75. Ха! То есть получается у нас укрепленный каменный фундамент и...
Деревянный фундамент, укрепленный черным льдом. Они одинаковые. О, прикольно. Только здесь, соответственно, кирпичи, а здесь защитным слоем. Ну, посмотрим. Посмотрим, что, как, да где. Благо, ресурсы вроде как возвращаются все как положено. Ну, тогда это интересно. То есть мы можем как отсюда делать, так и отсюда делать. Ресурсов, судя по фундаменту, у меня все-таки на укрепленный камень больше. Так. Ну, ресурсы-то это фигня. Это если что сделается. Делов немного. Мне нужно что? Религия. Да, колдовством тоже надо заняться. Напасбрасывать статы. Это обязательно. Ладно, во. Вот такая штука ставится в радиусе. Так, погоди, а что там на тебе требуется? А, железная рама и тесное дерево. В целом ничего сложного в этом нету. Ставить я буду вне помещения. Какой у нее радиус? Я вот что-то понять не могу. Ага, во. Ну, как бы то ни было, не кислый радиус. Но это не обязательно, что именно на весь радиус нужно устанавливать. Это прям очень далеко не обязательно. Так, и... Надо найти место, где лучше поставить. Здесь просто бугор стоит. Хотя можно и здесь поставить, какая разница. Просто помещение сделать небольшое. Вызвать хотя бы первую. То есть, как я... Если я правильно понял, скажем так, то, по сути, ты когда захочешь, ты можешь хоть сколько себе вызывать и вызывать. Возможно, там есть КД. Как бы логично, что там будет КД, но посмотрим, что, как, на где. Ну, для начала нужно... А, кстати, я на букарке-то и не могу ставить. А, вот здесь могу ставить. Что-то базарит. Так, обменять сокровища. Вот, похвастаться богатством запускаем, и сразу же все становится плохо. Сразу же на меня начинают нападать. Сюда нужно складывать богатство. А, использовать, разобрать, отмена. Это мы открываем. А это мы разбираем. 6,2. А требует 5,15. О, кстати... А ресурсы что-то стали не полностью возвращаться. Ха, интересно. Так, куча монет. Не хочу. Она реально стоит куча монет. Ладно. Давай тогда... Строить постройку. Так, дошел до двери. И задумался. А нет, какие лучше. У меня есть три двери. Давай все три поставим. И посмотрим. Тяжелая укрепленная дверь 50, 50 и 50. То есть разницы никакой нету. Но вот это вот выглядит, как по мне, ну, более логично, нежели вот такая, допустим, решетка. Или вот такая. Ну, это вообще какая-то тюремная больше. Хотя, с другой стороны, на вход такую поставить логично. Сделал вот такую замашку. Если я правильно понял, то они ломятся всегда по дверям. То есть всегда ломятся по дверям. И то есть вот поставил раз, два, три, четыре, пять. И будет шесть дверей получается. Посмотрим, что из этого выйдет. Я хочу запустить первую. Ну а там уже будет видно. Если будет, не будет КД, то запущу вторую и так далее. Закинул сюда в казну все золотые монетки. Серебряные, слитки золота и слитки серебра. Все, что у меня было, все, что я до этого лутал. Ничего не создавал, это все луталось в мире. И уровень угрозы на 11. Чтобы общая цена, то есть уровень угрозы был самый последний, вроде бы 10 тысяч нужно. Кстати, давай посмотрим сразу же, пока я включился. Вот, вот это нужно размещать в радиусе обязательно. Давай поставим арфу. Ого! Нормас так арфа. Арф пятихатку просто дает. То есть мои золотые монетки ни о чем. Серебро тем более. Это слитки золота хоть как-то. Да уж. Тихо-тихо, не надо ломать арфочки.
3800. Ну нифига себе. Не, возможно, они что-то и переделали. Ну-ка, давай посмотрим. Пока поставим вот так все. Во, уровень угрозы 6. Или там должен быть 25. А, черт его знает. Так-то не кисло по пятихатке каждое сокровище дает. Сколько я их налутал, конечно, это просто дай боже. Кстати, вот эти я ни разу еще вроде бы не ставил. Прикольно. Так, давай также тарелочки поставим. Да, это нужно аккуратно ставить, красиво и так далее, но... О! Я хоть куда могу заходить, и они... Ну, короче, в общем, любое сокровище ценится по 500. Золотая монетка по... Ну, то есть, как 500 монет вообще просто... Вах, короче, да. У меня там еще есть слитки и так далее, я тоже могу их понаделать. В общем, с этим тоже проблем не сильно много. То есть вот на любую нажимаем, и это казна клана будет. Прикольно. Жаль, конечно, они как на картинке не загораются. О, не, загораются. Прикольно. Отлично. Значит, поставим обязательно красиво. Ну, в общем, да, то есть всяким хламом я уже 10 тысяч набрал, это четвертая же, да, четвертый уровень угрозы, прикольно, мне это однозначно нравится. Сейчас остается только, а, во, еще у меня тут есть что, смотри, что есть, хоп. Да, здесь ничего сделать нельзя. Это, да. Это да. Но, кстати, это могу использовать? Нет, не могу. Так, и что у нас здесь? Почти 12 тысяч. Неплохо. А еще что-нибудь, с чем не затусовалось тут? Нет. Ну и хорошо. Да, немножко инвентарь зато разгрузился. И, так сказать, все на месте. Ох ты ж, ёпта ж. Вот так. Да, я понимаю, что это все дело чем лучше, более логично и так далее, но это уже будет в каком-нибудь другом когда-нибудь выживание. То есть я уже тогда буду делать. Ну прикинь, вот это вот все сейчас мне переделывать. Да я только на это дело потрачу сколько времени. Вот, поэтому переделывать я это однозначно не буду. Вот, сделал именно вот такой лабиринт. Посмотрим, получится ли сюда поставить лучников, будут ли они как-то все это дело охранять и так далее. Так, и что я хотел еще проверить. Так, ну, в любом случае, куда мне их девать? Ага. Не мешается. Или мешается? Вот я чё... Не, поставить не могу. Стенка мешается, поставить не могу. Нужно обязательно ставить другие двери. То есть не узкий проход, а другие двери. У меня куча мечников, их, соответственно, можно будет хоть куда-то и поставить. Так... Ну-ка. А вот здесь вот загорается, здесь я могу ставить. А там вот буквально чуть-чуть мешается все это дело. Так, единственное что, ну вот я на чем хотел проверить. Есть вот такая модовская стенка. Точнее, вот модовская дверь. На нее будет работать? А на нее работать не будет. Ну, потому что еще это, понятное дело, не добавили. Как бы логично. Но, значит, нужно увеличивать размер и делать немножечко другой проход. Ага. Все-таки ставить можно было. Просто надо было сначала дверь поставить. Опять переделывать. Ну, это хорошо, это удобно, потому что здесь мне тогда общую постройку не нужно будет переделывать. В общем, как только ты ставишь дверь, так можно ставить охрану. Как только ты убираешь... Дверь, охрану ставить нельзя. Ну, в этом есть логика.
Так, ну давай посмотрим, что в итоге из этого выйдет. Чего, конечно, постоянно базарит. Прям постоянно базарит. Убрал абсолютно все, закинул чуть-чуть серебра, чтобы не превышать лимит, потому что даже одно какое-то сокровище ставишь, уже второй ранг врубается. Сделал все вот так. То есть заходит сюда, сюда, сюда. Проходит, то есть вот так. Здесь вот стена. Проходит так, и уже здесь встречает два воина прокачанных. И стоят лучницы. Ну, все это опять-таки же стоит. Первый левел прям 100% будет изичный. Прям миллиард процентов. Что даже в соло справлюсь. Но это такое стоит чисто для теста. Для теста абсолютно всего, что... Все, что тут настроено, скажем так. Так, где? Вот она. И давай посмотрим, как это вообще действует. Заходим. Похвастаться богатством. Изгнанник, берегись! Хвастаться богатством ты привлечешь внимание алчной Сигильской империи. И армии явятся на твой порог и оставит это твою крепость. Чем слаще кусок, чем опаснее враг. Ну, здесь хотя бы предупредили, что чувак, стройся, потом будет жопа. Подтверждаем. Так. На карте ничего не отображается. Вообще. Давай смотреть. О. Здесь не достроил. Точнее, здесь я убрал и не достроил. Точнее, не вернул на место. А, вон оно где. Прикольно. Сейчас-то я могу построить? Оп. Не, не могу. Чистка уже началась, значит, я не могу строить ничего. Отлично. Давай смотреть. Ну, это чтобы вот так нельзя было забраться наверх. Сюда мне пришлось сделать, чтобы забраться наверх. Чтобы это лучницу поставить. Ладно, давай смотреть, что в итоге у нас здесь будет. Ну, во-первых, да, левелат у них вообще будет ни о чем аж не у всех. Ой, ё-моё. Понятное дело, первый левел, они без брони, без ничего. Так, дефуются, не дефуются. Ага. Вот на второй левел. И надо будет, а получается, кстати, в них внутри ничего нету. Да, это реально хорошо, это реально не отвлекает. Единственное, что куча трупов. Куча трупов. Но опять-таки же, вот они подошли к двери. У них нету таранов. Пока у них нету чуваков с таранами, то есть мои двери неприступны, скажем так. И столько дверей, это так уже это излишки. Ага, вот он. Первый разрушитель пошел. 10 тысяч опыта получил. Офигеть, нормально так. Ну, я так скажу. Это поинтереснее, чем то, что было там до этого. Чем старая чистка. Вот он еще один пошел. Ломает. Потом посмотрим, что у нас в итоге выйдет. О, там лучники у меня это. Бабахают по ним. Нормас.
Они действуют это хорошо, просто нужно делать немножечко другую, то есть ставить их на стену. То есть вот так, но только с той стороны. Тоже знал, что они с этой стороны. В общем, надо со всех сторон ставить лучников. Обязательно. О, здорово. Вот, и... Так, следующая волна пошла. Отлично. Здесь можно еще мечников вывести. Допустим, вот так вот оставим. Да? Да подожди ты! Видишь, мечника ставлю. Охраняй ворота. Посмотрим, как это работать будет. Она вполне так не кислая работает. Ага. Только единственное, что она стоит, вроде как должна стоять на пассивке. Ну, у нее хп много. Солдат из пленников. Так. Поведение. Так. Охранять место. Хоп. Да, ну вот теперь она пошла охранять. Отлично. Сейчас должна бабахать их всех. Только что-то она в текстуру залезла. Ой, гениально. Тихо. Да, неплохо так накидывают в целом. Вот, и лучники стали что-то это суетиться. Хорошо. Но сразу могу сказать, вот она что-то ушла в текстуры и все. И не возвращается. В деревьях застрял. А, во, вылезла из текстур. Отлично. О, первые двери сломали. Офигеть. А я думал, я их зря поставил так много. Отлично. Нифига. И это на всучивали тоже так-то не кисло. Так. Ну-ка, давай-ка назад. Назад, назад. Свали отсюда. Чтобы случайно никто не погиб. Отлично. И это только первый левел. Офигеть. Ну, они массово. Вот это своим кровотечением мне просто хп выносит на раз. Два и три. Тихо. Одно мне сейчас очень сильно интересно. Так, погоди. Да погоди, твою мать. Видишь, занят? Отлично. Это работает. Тупо вызываешь чистку и погнал лутать религиозно это. Вот только одна проблема. Я по факту сейчас туда зайти не могу по-нормальному. Они это... Меня там как бы это... Закрывают. Точнее, я сам себя закрываю. 23, 24. Вот это я понимаю. Фух. Слушай, это прикольно. Это прям... Вот это прям напрягаешься конкретно. Не то, что у тебя. И это первый левел. И это все первый левел. Понимаешь, в чем прикол? Прикинь, последний левел, какой жесткий будет. Там явно в одного уже точно не справлюсь. Хорошо, что я решил на первом левеле потестить. Надо обязательно смотреть за вот этими чуваками с таранами ручными. Да ты чё? Слышь, фехтовальщики недоделаны. Да вы офигели, что ли? Тихо, да твою мать, хорош махать, дебил. Ой-ой. Так, ну и обязательно нужно место для отступления себе придумывать, чтобы я мог залезть.
Ёб твою ж за ногу. Вот это я понимаю, весело у вас тут. Так, тихо. Самое что смешное, я сейчас никуда не могу залезть. Ну, типа, на стену я себе не могу залезть, потому что что? Правильно, у меня там везде стоят шипы. И они вторую дверь мне сломали уже. Так, не-не-не, какие нафиг кинжалы? Тихо. Да ёб твою ж за ногу, и сразу же хилку сбил. Так, ну лучники что-то там набабахивают. Я в них вижу стрелы. Да отстаньте от меня уже. Тихо. И это, если что, дверь с 50 000 хп. Так, ну я точно могу сказать, узкие проходы — это проблема конкретная. И надо ставить не далеко ни одного мечника. Видели, как мечницу там просто разобрали? Ну, да, она в говношмотках, но это не отменяет того, что ее прям так конкретно подразобрали. Первый левела. Потому что что? Потому что кровотечение. Лучников надо больше. Да все, отстань от меня уже! О-о-о-о. Это когда-нибудь закончится? А они все прут и прут. Все прут и прут. Тихо, тихо, тихо. Владыка боевых рабов. Опача. Тихо. Я какого-то босяку, по ходу дела, завалил все-таки. Там песчаная буря начинается, но благо мне на нее насрать. Во-во-во, вот-вот на дереве и тренируйся, козел, а не на мне. Они там уже дальше прошли. Самое что смешное, они своими комбинациями просто мне выносят столько хп, и пофигу, что там у них. Да, я туплю и щит не включаю. Видали, сколько они мне дверь снесли, дверей снесли? Тихо, немножко тактики. Войны. Да не ПВП-шер я, фиглиф, вы вот это ко мне предстали. Не умею я даже щитом пользоваться. Ёб твою ж за ногу. Ну, было весело. Но нафигу я вас не видел, козлы. Давай, крокодил, вали их всех! Мочи уродов! Ох, это что-то с чем-то. Не, ну сколько их перло, это просто ужас. Боец такой лук доставит сразу же. Вот шуроды. Тихо, 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 тихо. Фу. Что-то я аж припотел жестко так. Так, нормально. Здесь просто у меня лучница как бы первого левла. Если что, не... сколько? 27. Нормас.
Ты что, серьезно, что ли? Козел. Фу, ну все, на прорыв. Вода – мое спасение. Место под застройку здесь просто огонь. Да что ты остановился так не вовремя? Щит. Щит я очень сильно не юзал. Посчитаю, минимум 50% урона я мог задефиться щитом. Минимум. Вот, просто нафиг. И все, стоят, ничего сделать не могут. А в этот момент мечница моя раздербанивает их как нефиг нафиг. Вот это надо было так делать. О, победа! Фух. Это еще мне крокодилы помогали, если что. Костюм Сигельского. Так, табурет, шмоточки. Ну, давай взять все. Тоже взять все. Так, ключики. Один ключик я заюзал. Здесь у нас клетка. Невозможно забраться. Угу. Ну, по сути, я типа все открываю. Вот, обе клетки. Я все ключи использую. Дарфарский. Ага. И лучник. Сигильский лучник. И лицедей. А. И то есть я их, получается, освобождаю, и они становятся моими. Ну, допустим. Пускай будет. Так, погнали. Да? Да, это чисто мои. Да, они, конечно, очень-очень сильно ни о чем. В плане силы и так далее. Но это и первый левел. Бляха-муха. Я даже не могу представить, что это будет за второй левел. Что там за третий левел будет и так далее. Это последний. Это прям вообще. Ну и все, здесь получается больше ничего нету. То есть здесь вот сигильцы руки подняли то, что сдается. То есть все, то есть я победил. Я победил! Вот. Все хорошо. Остается теперь только своих этих спасенных до дома дотащить. Одна сама дойдет, вторую тащить приходится. Фух. Обязательно нужно переделывать вот эти вот узкий проход. Это прям узкий проход, это что-то с чем-то. Это прям ужас какой-то. Кстати, а если я тебя оставлю здесь? А, ты еще около двери танцеваешь. Танцеваешь, блин. Танцуешь. Окей, это неплохо. Ладно, все, охраняй. В общем, что я могу отметить из минусов? Кстати, погоди, минусы. Да, все правильно, бежим сюда. Раз, два, три. Четвертая, дверь уже ломается. Ой-ой, как хорошо, что я решил... О, табличка плавильня, клево. Как раз поставлю. Как раз мне таблички не хватало. Вот честно, мне таблички не хватало. Я даже думал, типа, может какой-нибудь мод, может еще что-то. Но мне лень было искать все это дело. Да, вот они начали ломать.
Они начали ломать стены. То есть здесь вообще все просто поломано, переломано. То есть они ломают не только, далеко не только дверям. Вот, они ломают все, что видят, козлы. Ну, точнее, до чего дотягиваются. Ну, тут, конечно, по большей части, наверное, получилось, что они... Ого, они даже сюда долбили. А, ну, здесь, наверное, долбились то, что я здесь дрался с ними. Ну и, соответственно, урон и получали стены. Я думаю, все-таки именно вот это вот там. О, как-то внутри получился урон у следующей двери. Офигеть. Офигеть. Да, ну и с бойцами, конечно, да. Нужно тоже все это дело улучшать. А, слушай, я уже могу похвастаться здоровьем. О, здоровьем, господи. А, богатством. Обменять сокровища, обменять на 53. А, ну, это типа я туда вложу, и у меня на постоянке будет, да, вот это вот. Ну-ка, давай посмотрим. Допустим, один слиток золота, да? Обменять сокровища. А, нет, это я сразу же обмениваю на монетки. Вот она что, Петрович. То есть, ну, по сути, это то же самое же, да, получается у меня. А, так, 30. Один слиток золота. Тоже 30, то есть как бы в этом плане ничего не меняется. К примеру, монетки. Ну, сейчас легче будет. Хоп. А, и обмениваю на золотые монеты. То есть в этом плане, конечно, монетки состряпать сейчас будет легче. Раньше нужно было все это плавить, чеканить и так далее. Сейчас составить все это дело легче уже. Ну, это жестко. Это жестко, надо будет, короче, в интернете однозначно смотреть, как кто что сделал. Как они там поломались, кто бы знал. Кто какие строит и так далее. Можете в комментариях писать ваши идеи, ваши мысли, ваши наблюдения о том, как это лучше сделать. Самое главное, что я не ожидал, что их будет здесь просто... несколько сотен. То есть, вот сколько я трупов залутал, да, и это просто было там в куче. Я вот этого не ожидал, что будет так много. Также, вот они у меня сферки здесь, очень много сферок. Можно было сферки взять с собой и накидывать сферок. Тоже было бы неплохо. Вот, рано или поздно алтарь у меня будет готов. Когда-нибудь. Вот, я его тоже апну. Эти же создаются? Да, создаются нормально. То есть, вот, сферки можно было с собой брать. В общем, очень сильно интересно все вот это вот дело. Прям очень сильно интересно, очень прикольно. Деревянный ящик. Что у меня по шмоткам-то получается? Так, так. И вот так. И смотри какой. Пустынный ешкин кот воин. Да, это прям меня конкретно раздражает. Вот это вот то, что вот так инвентарь перекидывается. О, кстати, да, исследование. Я ж все выполнил. Да. Ну и теперь уже, соответственно, вот простые задания пошли. О, это случай для хранения вещей. О, прикольно. Это типа хранение вещей. Типа сундучок? О, да!
Ну-ка, давай глянем. Блин, прикольный сундучок. Но это, по сути, типа маленький вот этот сундучок обычный, да? Ну, точнее, большой вот этот он. Да его просто даже как декорацию поставить уже, типа, огонь. То есть вот как вот этот сундук. 15. Да, то же самое. Прикольно, прикольно. Египетская такая тема. Ой. Ну, кстати, хороший воин, понятное дело, нужно будет несколько ставить. Там я просто поставил тех, кто под руки попались. Если что, сдохнут, как говорится, не жалко было бы. Только им не говорите. Вот. Саблезуб тоже бы вполне неплохо бы справлялся. Они мелкие, они ваншотные. И вот его набросом, который он делает, то есть в толпу, прям тоже было бы не кисло. Но у него с защитой очень-очень плохо. И это такая основная проблема. То есть... Здесь же все намного в этом плане легче было бы. В общем, да, здесь надо пару воинов хороших ставить и все переделывать однозначно. Все вот это вот это. Ну, это первый левел. Ну, я думаю, будет очень тупо делать чистки серию через серию, да, там. Это вот, вот это вот. Поэтому, наверное, в следующей серии все-таки пойдем по исследованиям. То есть затонувший город и так далее. А потом еще какую-нибудь чистку уже более мощного левела. Посмотрим. Такие вот, народ, дела. Ладно, на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Это было... Скажем так, игра меня очень сильно удивила и порадовала. Вот. Примерно так вот. То есть я прям не ожидал ничего. Чистки оказалось зря я не ожидал. Точнее, хорошо, что не ожидал. Даже так вот. Потому что оказалось все намного лучше. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.